Всем привет! В этом видео поговорим о том, что известно о строительстве важнейшей железнодорожной магистрали Баренц-Амур. Баренц-Амур – это проект еще одной стратегически важной железнодорожной магистрали, призванной связать промышленно развитые районы Западной Сибири и Урала с нашим новым портом Индиго, расположенным на побережье Баренцева моря. Протяженность железной дороги Баренц-Амур составляет 1200 километров. Проект строительства данной железнодорожной магистрали включен в план развития железнодорожного транспорта России до 2030 года. Новая железная дорога стартует с железнодорожной станции Сургут и пройдет до порта Индиго транзитом через города Троицко-Печорск и Сосногорск. Порт Индиго – наш новый морской порт, в первую очередь которого должна быть построена и сдана в эксплуатацию в 2025 году. Данный порт станет одним из крупнейших морских портов в арктической зоне России. Его грузооборот должен составить 80 миллионов тонн. Суммарные затраты на строительство порта и сооружение необходимой портовой и инженерной инфраструктуры оцениваются в 300 миллиардов рублей. Предполагается, что железнодорожные составы, груженные углем, нефтепродуктами, каменной солью, лесом, железной рудой, отправятся с Западной Сибири через Урал в морской порт Индиго. Этот морской порт будет осуществлять перевалку поступивших грузов, а крупнотоннажные суда, прибывшие в порт, будут обеспечивать их транспортировку в страны Юго-Восточной Азии и Европы вдоль Северного морского пути. Железные дороги Белкамур и Баренц-Амур фактически являются взаимозаменяемыми. Только одна ведет в порт Архангельска, а другая в порт Индиго. Заказчики грузов будут иметь возможность выбора участка для доставки своих грузов в зависимости от места расположения получателя. Предполагается, что Белкамур будет востребован для отправления грузов в северо-западную часть России и страны Евросоюза, а для доставки грузов в восточную часть страны и стран Азии более предпочтительным будет маршрут Баренц-Амура. При этом оба новых проекта дадут существенный импульс развитию Северного морского пути, обеспечат данный транспортный коридор необходимыми грузами и создадут синергетический эффект, который послужит толчком к развитию территорий, через которые будет проходить железная дорога. Строительство железнодорожной магистрали Баренц-Амур сделает путь до морских портов в Арктике по железной дороге с индустриальных центров нашей страны, расположенных в Сибири, Урале, а также в Казахстане, короче на 400 километров, что существенно сократит сроки доставки и оборот грузов по железной дороге, снизит расходы на транспортировку грузов, тем самым положительно скажется на себестоимости отечественной продукции, а также разгрузит несколько значимых для РЖД участков железной дороги. Предполагается, что строительство железной дороги Баренц-Амур должно начаться одновременно со строительством морского порта Индиго, а начало этих работ запланировано на 2023 год.